Вопрос по поводу лени. Почему, когда преданные приходят, лени становится больше? Но это я по себе сужу. И как с ней быть? Что с ней делать, чтобы она... Лень — это природа человека. Вот поскольку там были какие-то мотивации материальные, они заставляли нас работать. Был смысл материальный. А сейчас, когда мы слышим о сознании Кришны, смысл материальный уходит, ослабевает. И лень проявляется. Смысла же нет. Я повторяю Харе Кришна, что это легко уже для меня, и удобно, и хорошо. Мне, собственно, ничего не нужно. Это хорошо, что мне ничего не нужно. Но для удовлетворения Кришны много чего можно сделать. Вот это нужно развивать, стремление. Миссия. У нас есть миссия. Ладно, у меня нет никаких личных интересов. Но миссия есть. Миссия Прабхупады. Мы участвуем в ней. Уже все участвуют в определенной степени, но могут больше делать. Если бы не лень, мы были более предприимчивы. Помогает в этом, вот, потому что все равно она сильна. Вот, что поможет преодолеть эту лень? А может, о чем-то просить надо, или кому, как вот Кришне, как его просить об этом, чтобы он убрал это? Пробуждение от лени, естественно, означает, что вы не хотите, чтобы вокруг все спали. Когда вы спите, вы думаете, пусть никто не встает. Никто не встал, хорошо. Можно еще лежать. Но когда вы пробудились, вы думаете, еще тут лежите все. Естественно, у вас появляется энтузиазм, да, пробуждать других людей. Вот надо пробуждаться глубже. Харе Кришна мантра, хорошо. Харе Кришна мантра также дает ощущение некого комфорта, благости, самодостаточности. Поэтому что еще делать? Ну, конечно, есть миссия, я что-то должен делать. Но есть такие вещи, допустим, которые пробуждают тело от низших гун. Например, йога. Если вы занимаетесь по утрам, какие-то упражнения делаете, у вас будет больше энергии деятельности, больше тоже энтузиазма. Это говорит о здоровье. Потому что иногда преданные, они до дистрофии доходят. Такие были примеры натуральные. И не какого-то конкретного преданного, а целых ашрамов. У нас был ашрам, брамачари, представьте, на киртанах прыгают, книги распространяют целый день. И потом постепенно они слабеют, трудно вставать и так далее. И в конце концов доктора пригласили. Ну, просто посмотреть на здоровье, ну, хоть провериться кто-то раз там, в год, раз в полгода. Пришел доктор и сделал заключение. Весь ашрам – дистрофия. Конечно, если дистрофия у человека, он, конечно, будет ленивый. Он, при всем своем желании он будет там, значит, будет в миссии участвовать, знаете, как вот, как может. Надо следить за этим тоже. Все такие простые вещи иногда становятся препятствием. Например, одна группа преданных в одном городе в России, они делают какие-то клубы для семейных людей тоже, чтобы проповедовать им там. И люди приходят с вопросом, как улучшить семейные отношения, например, как вообще улучшить семью, вот, жизнь семьи. И они им рекомендуют уборку регулярную в квартире. Вы не представляете, как это помогает людям. Вот такая простая вещь, которую они не делают регулярно. Мы, говорит, просто говорим, мойте полы вот регулярно, стирайте одежду, гладьте ее. С этого начинаем. И выясняется, что они живут нечисто. Семья, дети там, они заняты. А домой придешь, там такая гуна. Понятно, что там раздражение, все на свете. Это способствует. Простая вроде вещь, смотрите. Но не такая простая, как кажется. Что в храмах это строгий, строжайший закон поддержания чистоты, мытье. Посуда, кухня Кришны, храмовое помещение, алтарное. Идеальный блеск должен быть. Идеальный блеск должен быть. И у вас сразу появляется энергия, энтузиазм,
что-то делать. Видите? Чем больше я сплю, тем больше хочется спать. Чем меньше я сплю, тем меньше хочется спать. Отрегулируйте. Как вот вы спрашиваете? Ну, отрегулируйте свою жизнь, вот эти детали. Не одевайте никогда грязную одежду, не вытирайтесь долго одним полотенцем. Носки меняйте каждый день. Иногда нужно мыться с мочалкой. Не просто обливаться водой. И нужно в баню сходить. Иногда нужно, так сказать, от дистрофии что-то предпринять. Или от малокровия что-то предпринять. Следить за этим аппаратом тела, в каком оно состоянии. Тогда, естественно, говорится, если вы отрегулируете даже эту физическую свою жизнь, у вас будет энергия избыточная. Должна быть. Это здоровье называется. Избыточная энергия. Дети, если они здоровы, что они делают? Они все верно переворачивают. Смотрите, естественно, никакого сознания Кришны, никакого энтузиазма. У нас такое сознание Кришны, и... Может, надо с телом заняться как-то тоже, подумать об этом. Здесь сразу вопросы появились.